В этот раз тщательному осмотру территории подверглись город Видное, сельские поселения Молоковское и Булатниковское. Глава муниципалитета уделил особое внимание проблемам, касающимся благоустройства района. А плановый обход начали с улицы Лемешко. Здесь Валерий Венцель пообщался с жителями и убедился в исполнении своих недавних поручений. Дорожку сделали, вокруг нее уже почище стало. Уже там светло, мусора не будет. Будем стараться потихоньку эту территорию все в порядок приводить. Уникальное, красивое место. Жители района «Зеленая аллея» поблагодарили главу за взаимопонимание и поддержку в их социальных вопросах. Я очень рада за «Зеленую аллею». У нас сначала была не то что конфликтная какая-то ситуация, но были недовольны, когда только начиналось это строительство. Но это замечательно. Это замечательно. И мамочкам хорошо с колясочками, и бабулечкам, и вообще все хорошо. Вот то, что сделали, это замечательно. То есть начало положено добрых дел. А на школьной улице Валерия Николаевича встретили не с пустыми руками, а со свежеиспеченным тортом. У вас команда прекрасная. Вы согласились подойти на школьную 68. Надеюсь, вы нас услышите. Да, все наши предложения. Вы просто архиграмотный. Вы к нам пришли. Началась работа глобальная в городе Видное. Жители задавали волнующие их вопросы. По жилищному кодексу газон – это наша придомовая территория. Я ни за что другое, так сказать, не ратую, вот, чтобы были соблюдены законности. Из Москвы сюда приехали ради зелени и спокойствия. Глава Ленинского района осмотрел детские площадки и подъезды, проанализировал работу управляющих компаний и сделал их представителям ряд замечаний. А после проверил, как проходит комплексное благоустройство территории около кинотеатра «Искра». Когда идешь по земле, видишь все проблемы, да? Урны, окостровы, уборку территорий, пешеходные переходы, светофоры. Это все бросает сразу в глаза. Это видно непосредственно на месте. Можно это все устранить моментально. Пройти глазами жителям по территории. То есть не на машине. Да, понятно, что все спешат на работу, работы много, но пройти по территории надо обязательно. Рабочие объяснили и наглядно показали, на каком этапе находится преображение общественного пространства около кинотеатра «Искра». На этой площадке планируется зона отдыха, в виде пляжной зоны. Соответственно, выше это его верхняя часть с организацией лестницы, ракурс с того берега. В районе жилого комплекса «Пригород Лесное» застройщики тоже подготовили подробный доклад о строительстве детского сада и школы. На данном периоде выполняются отделочные работы по трем корпусам. На данный момент у нас смонтированы практически все наружные сети на 90%. На данный период, видите, идут работы по устройству вентилируемого фасада. В настоящее время это уже идет финишная отделка, то есть уже идет закрытие панелями, после этого убираем леса. И вы видите, мы начинаем уже благоустройство. То есть те сроки, которые были обозначены, сдача в декабре 2019 года, они реальны на сегодняшний момент, и мы стремимся и прикладываем к этому все силы. Завершающим местом обхода стал жилой комплекс «Видный город», на территории которого было проверено состояние котельных и подвалов, а также благоустройство территории в целом. В ходе планового осмотра глава дал поручение с учетом советов жителей, а также пообещал в кратчайшие сроки создать в муниципалитете более комфортные условия для проживания. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».